Такие классные часы, посвященные ключевым аспектам жизни человека в современной России, проходят каждый понедельник во всех школах страны. Разговор о важном – это тема патриотизма и воспитания, историческое просвещение, нравственность, экология. Этому посвящаются уроки в Тобольске. Сегодня ученики 7 А-класса говорили о кинематографе. Поводом послужила дата – исполнилось 115 лет, как образовалось кино в России. Учиться очень интересно, постоянно происходят разные события. Мы получаем очень много знаний, особенно на уроках, разговорах о важном. Вот, мы много куда ездим. Очень много поездок, связанных с разными культурными местами, достопримечательности разных городов. И, в принципе, наша классная жизнь связана с поездками. Это очень интересно, увлекательно. Все произносится на практике. Это, во-первых, развлечение, во-вторых, это получение новых знаний на опыте. Классный руководитель 7 А-класса Ирина Александровна Берендеева стала участником Всероссийского форума классных руководителей. Для этого нужно было пройти трехступенчатый отбор. На первом этапе она поделилась, как проходят разговоры о важном в школе, какие интересные формы она использует на практике. Далее прошла тренажер классного руководителя, решила кейсы по поведению учителя и учеников. Она же сделала визитку, рассказ о поездках по значимым местам. Они играют большое воспитательное значение, потому инициативную классную поддерживают и родители, учеников, и руководство школы. Это было погружение. Были мастер-классы, были стратегические лекции, сессии, было очень много свободного общения с экспертами, можно было пройти тестирование профессионально, получить диплом об этом. В общем, возможностей на форуме было очень много. Центральной темой всех разговоров была тема воспитания подрастающего поколения. И, безусловно, поскольку мы проводим с детьми очень много времени, у нас действительно мощный ресурс в наших руках. Всероссийский форум в Москве собрал более 3000 классных руководителей со всей страны. Еще один педагог 9-й школы Юлия Алексеевна Ростовщикова в нем участвовала в качестве волонтера. Учитель-активист также прошла серьезный конкурсный отбор, на который было подано более 6000 заявок. С нами работали, методики различные преподавали. Это же все можно применить здесь. Я была командным работником, то есть у меня была команда из 20 человек из разных городов России. Наша задача была их объединить, сплотить. Мы должны были знать ответы на все вопросы. В форуме классных руководителей принимали участие 4 тобольских педагога. Весь полученный опыт им обязательно пригодится и будет применен в образовательной деятельности. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время.